Что, мам? Мы с тобой подружки-пердушки. Поэтому расскажи мне, уже наконец-то поцеловались они или нет? Мам! Интересно. Мам, я хочу покрасить волосы. Волосы покрасить? Давай долбанем тебе все цвета радуги. Давай. Стой, только не говори, что у тебя опять родительское собрание. У меня родительское собрание. Я не хочу. Давай скажем, что ты сирота. Нет, пойдет отец. Собирайся. Мам, я получила 2. Чего ты получила? 2? Это кто тебя поставил? Да Людмила Ивановна. Историчка. Да пошла она. Только исправь. Била татушку. Чего ты набила? Она, конечно, четкая, но ты бабушке не показывай, она нас всех здесь ушатает. А где ты ее набивала?